Марвел, из-за тебя на меня директор этой пиццерии орет, то, что планшет китайский. И у меня из платы забирают, чтобы его починить. А еще тут камера, кстати, висит, чтоб я в Roblox не играл на этом планшете. Хотя как? Какой нафиг Roblox? Как я могу играть, когда зависит моя жизнь от этого? То есть, ну вы поняли. Нафига играть, если я могу погибнуть? Так что лучше заводить. Ладно. Так, вас отдавай. Ты с вами котенок Саня Плей. Добро пожаловать во FNAF Ultimate Edition. Сегодня пройдем пятую ночь. Так, пятая ночь. Я уверен, мы пройдем это. Короче, у меня сейчас... Я снял только что еще одно видео, но я там не прошел. Я там увидел Golden Freddy, то есть какого-то здорово, той Фредди. Короче, это потом я удалил то видео. Но это... Потом я решил это видео снять, потому что... Я потом подумал, нафига я страдал до четвертой ночи, чтобы пятую не пройти. Так что я решил пятую все-таки пройти. Так. Чика, ну у нас смотрит. Так, у нас тут 12 часов. 5. Пятая ночь. Что я не собираюсь проходить? Там, в принципе, ничего такого, если пройдешь эту ночь. И вот, кстати, у нас тут Golden Freddy на столе сидит. Вот, видите, Golden Freddy на столе у нас уселся. Правда, не знаю, нафига там слева дверь, если она никак не закрывается. Но я понял, видимо, что-то с этой пиццерией произошло. Дверь была закрытая, поэтому кнопка не работает, видимо. Так, ладно, вроде марионетка у нас тут еще. Shadow Freddy появился, который сидит в походке Golden Freddy. Заводим, встретим проход и надеваем маску. И огромная вот эта вот манга, которая нам делает планшет китайским. Манга, из-за тебя на меня директор этой пиццерии орёт, то что планшет китайский. И у меня из платы забирают, чтобы его починить. А еще тут камера, кстати, висит, чтоб я в Roblox не играл на этом планшете. Хотя как? Какой нафиг Roblox? Как я могу играть, когда зависит моя жизнь от этого? То есть... ну вы поняли. Нафига играть, если я могу погибнуть? Так что лучше заводить. Ладно. Так, вас отдавай. Чика на нас так смотрит. Опять этот напрягает. О, мелочь напала. И еще. Это Shadow Freddy. Как долбал вылетать. Может вы еще все вылезти сразу разом. И чика, и я от всех маску надену, и меня марионетка убьет. Ладно, какать не буду. Не надо, чтобы меня убивала чика или марионетка. Пока, Фокси, 2 часа. Фредька, до свидания. Ну все-таки, что это за мелочь на нас смотрит? Тут такая еще одна мелочь сюда приперлась, на столе стоит. Слышь, ты Васа, я не для того стол очищал, чтобы ты своими ногами, в которые ты перед смертью, наверное,
кучку наступил небольшую и пачкаешь мне стол. Иди отсюда, иди пачкай. Иди помой ноги в унитазе. Вот так что. Бумажный человечек тоже в душу смотрит. Так, пока фиолетовый человек. Ой, еще одна мелочь пришла. Как вас долбали. О, теперь еще и Чика вместе с Шэдоу Фредди. Ух, я уж думал, то, что погибну от этой вонючей Чики. Она хуже Боньки в четвертой части. А ее текст в четвертой части вообще борзел. Так, ладно. О, ё-моё, да ё-моё, что за фигня, вы посмотрите. Вот и Фокси, и Шэдоу Фредди. Может, вы еще разом все нападете, чтобы напоследок нам вас всех наорать. Так, давай. Все, до свидания. Сейчас уже скоро 5 часов, и мы пройдем, так что. Идите нафиг. Мы все равно пройдем это. Всего-то 2, почти 3 минуты осталось. Так. Чика, что ты на меня смотришь? Все. Я надеюсь, мы это все-таки пройдем. Мы по-любому это должны пройти. По-любому. Токсичность у нас тут. Фигает токсичность. Чтоб маски долго не сидеть. Так тут все равно мне нельзя кучу просидеть времени. Марионетка эта грованная или Чика убьет. О, вот, все, 5 часов наконец-то. Так. Вроде Чика не лезет по вентиляции. Будем вот так вот делать. Заводим марионетку, надеваем маску и светим в проход. Что-то мне кажется, что сейчас Чика придет сюда. Вот, блин, накаркал. Так и знал. Зачем я в планшет заглянул? Вот и все. Мы снова до 5 часов дошли. Так, заводим марионетку. Так, Чика, пока больше ты нас не напугаешь, Васа. Так, ты кто? До свидания, задолбал уже. Так, опять, блин, это снов 2. Как ты задолбал уже? Это чем делать? Я уж думал, то, что на меня Фокси напал. Так, все, до свидания. Да уйди ты, Фокси. Вот, блин, накакал опять, и Фокси припёкся. Ну, сейчас все, 6 часов будет. Еще не скоро, наверное, мне кажется. Не скоро. Попробуй угадать, когда он будет. Когда 6 часов будет. Да ладно! Вот только подумал про 6 часов и появилось. Так, 6 часов. Мы прошли. Мини-игры не будет. Вот плата Майка Шмидт, который на самом деле Майк Автор. Ладно, коты, забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.